Ох, друзьяшки, с вами Таня ЛТВ, и я решила снять видео. Что я сделала? Ну, я, короче, в берлоге Гринча, что это Кэл. Ключик! Клево, что если... Мы ключик, типа, получаем? А здесь его надо, что, выбраться, да? Ребята, я умная, я смогла выбраться из логова Гринча. Бежим дальше. Гринч был там, и... Он раздвоился? Простите, если будут какие-то шорохи, просто... Я в шорохе делаю. Случайно. Микрофон дергается. А еще если ну, у меня вам мой голос вам не понравится, то простите, я просто сейчас болею, и поэтому может быть некрасиво. Но я очень давно не записывала видео, мне была лень. И такая, это можно скипнуть или это надо ждать? Нельзя. Он расстроился. А какой смысл? 12 подарков найти или что? Ребята, если бы я знала английский, который... Да, наверное, подарки, раз они тут кружатся. Я английский не знаю. А надо как-то сейчас скажу по-человечески. Надо собрать подарки, по подарку взять и отнести их Гринчу. Да? Вот я дал тебе подарочек. Бежим дальше. Еще 11 подарков осталось. И, ребят, если вам нравится... Ну, скорее всего, вам не нравится, как я снимаю, потому что я снимаю не очень, но я очень стараюсь. Если вы будете ставить лайки, подписываться на мой канал и писать комментарии, это будет меня мотивировать. Пытаться снимать очень хорошие видосы. Ой, что я делала? Ну, очень стараться. Больше, чем сейчас. И все будет очень клево. Будет все окей. Знаете, даже такая песня... У меня все окей. И так далее. Жду своих друзей. И я не помню, что я давно слушала очень. Тупо случайно выскочила на ютубе и все. Конечно, все нормально ходят, а Таня как непонятно, кто будет врезаться в коробку. Зашла и вышла. Я молодец. Мне кажется, или я тупая? Я здесь уже была. Ладно. Я тупая. Я не могу выйти, меня дверь съела. Ребята, это магия вне Хогвартса. Что делать? Resonate. Я не знаю, что я делаю. Resonus. Нет, лава. Нет, лай. Я что-то не то сделала, подожди. И, друзьяшки, я снова к вам вернулась. И у меня сломался Roblox. О, нет, все починился. Что, видите, я пытаюсь повернуться или хотя бы ходить, а у меня он ничего не делает. Да твою ж дивизию, я... Теперь как отсюда уйти? Ребята, я не могу, я устала так. Стойте, я что-то сделаю. Я прописала ресет, вроде все делается обратно, но у меня снова все сломалось. У меня он так быстро ломается. Я пытаюсь найти Гринча. Гринч, что ты так прячешься хорошо? Таня же не может тебя найти. Я 3 подарка собрала. Я, может быть, молодец. Подарочек кис-кис-кис. Да, я, конечно, у меня много логики. Я говорю подарочку кис-кис-кис. Ладно, забудем про это. Давайте пойдем в следующий домик. Так. Ура, мы нашли подарок. Какая-то девочка тоже нашла подарок. Я не могу понять, тут подарков на каждого человека 12 штук. Или надо найти тебе именно... Или надо... Я запуталась, короче. Именно ты должен найти 12 штук. Или несколько людей вместе 12 штук. Наверное, несколько людей. Давайте нажмем сайн, типа нет, ничего мы не делаем. Бежим дальше. И находим какой-то зеленый дом, который находится еще в... Не буду говорить в чем. Нет, не в том, что вы подумали, в кое-что другом. Слово, которое сама придумала. Практически. Ой, я умерла случайно. Эх. Такая жизнь непростая. Мы почти собрались.